РИК Плюс продолжает реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья в Якутии. Общий объем финансирования этой программы достиг 5,5 миллиардов рублей. В этом году с участием средств компании строят многоквартирные дома в Ленском, Тампонском районах Якутии и в городе Якутске. Об этом сообщает Якутия Медиа со ссылкой на пресс-службу РИК Плюс. Напомню, что общественный совет компании контролирует расходование всех средств, вырученных от продажи 7% акций компании «Алроса». Общий объем финансирования за счет продажи акций составляет 17 миллиардов рублей. Эти средства РИК Плюс направляет на развитие важных инфраструктурных и социальных проектов республики. По состоянию на 1 ноября этого года профинансировано объектов на сумму порядка 13 миллиардов рублей. Это 73% от общего лимита средств.